Как сообщает пресс-служба Краевого управления МВД, посетитель стал выражать недовольство тем, что слишком долго стоит в очереди и вступил в конфликт с менеджером банка, после чего мужчина достал нож и стал угрожать. Вышедшие на улицу посетители сообщили об инциденте правоохранителям. Полицейские задержали злоумышленника. Личность вооруженного ножом мужчины установлена, при нем были документы. Задержанный является жителем Сочи. Также стало известно, что гражданин состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сотрудники полиции получили сигнал об инциденте. Злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции по центральному району города Сочи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.